Мария, преподаватель английского языка. Сегодня она представляет свое произведение «Три луны». И на английском? Нет. На самом деле, как для прозаика, для меня 5 минут – это сразу огромная проблема. Потому что мои произведения обычно длиннее. Но, тем не менее, одно я все-таки нашла, и оно, конечно же, на русском. «Три луны». Ты сидишь на окне. Уже поздняя ночь, а ведь ты обычно рано ложишься спать и сердишься, когда я ложусь поздно. Но сегодня особая ночь, сегодня полнолуние. Ты сидишь на окне, большой. Какое смешное слово! У тебя светятся глаза, и от лица исходит особое сияние. Я стою рядом с тобой и смотрю на луну. Рядом с ней небо кажется совсем черным. Видны облака. Мы молчим. Потом ты неожиданно спрашиваешь меня, на что похоже это облако. Я вижу его. Это большое облако, за которое вот-вот зайдет луна. У меня не хватает фантазии, и я отвечаю. Оно похоже на кусок ваты. И чувствую, что что-то не то. Ты молчишь, словно ждешь от меня чего-то особенного. И вдруг меня осеняет. Оно похоже на крылья лебедя. Ты улыбаешься и повторяешь. Да, оно похоже на крылья лебедя. Теперь я вижу эти огромные белые крылья. Вижу перья на них, вижу, как они парят в небе и заслоняют с собой луну. Вспоминается лебединая верность и великий лебедь. Мгновение длится вечно. Он благословляет нас. С трепетным блаженством думаю я. Он благословляет нас. Тихо говорю я. Ты ничего не отвечаешь. Я знаю, он слишком много значит для тебя. Этого не выразить словами. Мы оба ждем, когда лебедь улетит. И вот он уже скрылся за крышей дома напротив. Я отхожу от окна. Ты остаешься. Что ж, продолжай выйти на луну, говорю я. Волки, твое увлечение, со смехом отзываешься ты. Мое, львы и тигры. Я лежу в постели. Мне хочется спать, но я успеваю еще раз повторить перед тем, как засну. Он благословляет нас. Сегодня опять полная луна, и ты опять не спишь. Я снова подхожу к окну и смотрю на небо. Оно такое же черное, как и вчера. Ты задаешь мне тот же вопрос. На что похоже это облако? Я вглядываюсь и на сей раз отвечаю уверенно. Оно похоже на всадника на вздыбленном коне. Похоже, ты согласен. Облако разрастается, и я шутливо замечаю. Нет, это уже всадник без головы. Вспоминается миф о Георгии Победоносце, еще вчерашний лебедь, которого мне почему-то не достает. Ты снова сидишь на окне. Сегодня другая ночь. Сегодня луна идет на спад. Ты опять спрашиваешь меня об облаке. Оно похоже на старушку в профиль, говорю я. Старушка, старица. Как это странно. Я отхожу от окна, но снова возвращаюсь. Смотри, показываю я. Старушка повернулась к нам другой стороной. Двуликая старушка, двуликий Янус. Вспоминаю, бог времени у римлян. Облако исчезает. Остается луна буквой «С». Очень яркая луна. Я ложусь спать раньше тебя. Как редко такое бывает. Теперь ты наверняка будешь писать стихи. А я буду ждать новой, полной луны. Я засыпаю. Ты со мной. Их там нет.